На серебряных склонах восточных Саян живут потомки древних самодийских племен – охотники и животноводы. На протяжении столетий сохраняют жизненный уклад и традиционное взаимодействие с окружающим их миром, там, где кочевали их предки. Сайоты называют их. Все, туда. Иду. Ваха, страта. Приучили и каждому норму свою. Вот, допустим, это белое, да? Своя норма. Этому, все своя норма. Они как делают это? По норму все. И каждый свое место знает. А для детей вот трудища. А мы с ней ехали. А нам что, много надо, что ли? Они как, сено едят, только смирные же. Вернет нас, еще привязала же вот задние ноги, чтобы не двигалось. А сейчас кого молока мало. А так-то летом 5 литров должны давать молока. 5.
5-6. Наши коровы такие. Як. Сильно як. И у яка молоко жирное, питательное, очень хорошее. Нам молока, правда, мало дает, но зато жирное, питательное. Теперь вот что, как сидеть? День придет, что ли? Никогда. Теперь вот и все. Гибли дело. Вот лицо дает. Отдаешь, а? Хариба, хаур, хими, точнее. Пастбище. Летнее пастбище, это же откорм скота. Сильно там альпийская луга. Туда на лето отгоняет скот. И там скот, в смысле, набирает силу. Мощь набирает там. О, мы только начали же там ехать, что ночевка у нас. Переночевка мы же, сколько будем их. Время загадывать не будем. Как говорится, время покажет. Дорогу покажет, как выводил. Как скот пойдет, так и мы пойдем. А нам что, не идти, да? На конях-то. Сагангол, на лето едем. Там примерно 4 месяца будем жить. Потом где-то в начале сентября приедем опять на зимник. Мы же кочевые люди, кочевые люди.
Плохо мне сидел. Одна рыбка? Одна рыбка у нас. Рыб мало стало. Раньше, когда я маленьким был, ёпта, кищи олень, страшное дело. Здесь вот жили мы. Когда маленьким я был. Один раз он бросили. И даже сорушки. Ходит да? Они внизу. Никак не берет, все. Ну, видать, еды много. Еды много, видишь? Кормят на валу на дне. Интересно. Дормы всякие эти, козявки всякие. В общем, короче говоря, навал. Рыбаки что? Раньше тоже рыбаки были. Не, ну раньше сеток таких не было. Даже это специально рыба заготавливали рыбу здесь, в этих озерах. 32-й, 3-й воды. Потом запретили рыбачить. Запрещай, не запрещай, рыбы нету. Рыб мало стало. А мы ходили делать загон. Мы сидели там в засидке. Игорь пошел там, но на нас гнать. Вот эти. В каком положении, черт возьми? А? Да не надо. А тут положение. Сейчас. Вот так, секольника. То ходишь, там то до угла показывались, да? Ага. Минут 30 ждешь. Ага. А мы тем временем туда пойдем. В общем, до уступа до верха дохожу. То доходишь и начинаешь кричать. Может, тоже один раз стрелять и... Потом уже здесь встретимся. Ну и здесь. Ага. Мы там наверху встретимся. Да. Чай сварим и там всякий раз. Ну все. Там самое удобное место, потому что там повыше откосная скала, там никак не пройдут. Именно по той ложбине пробегает обычный зверь. Мы там и сидели. Но так получилось, что зверя не оказалось, да? Прям костру. Вот будет. Срок дрова много. Ну видишь, тут много народу ходит там. И волки, два волка видели следы. Они все самое распугали, короче. Все снаряжение в одном. Даже спички тут есть. Ну, мы, допустим, в тайге, да?
вдруг захотелось и коней накормить, и самим подкрепиться. Вот это называется ямбуйка. Мы вытаскиваем в этой ямбуйке два котелка. Один чистый, а второй под это, на огонь ставить. И есть, как называется, в одном чай, во втором соль. Кружки, ложки, это черпак, топор обязательно, ухват. Это пила называется. Пила, пилушка. Очень удобная вещь. За 30 минут можно чай сварить, напиться и уехать дальше. В смысле, охотиться. Хлеба не надо, чай. Это мука обойная. Когда хлеба мало, вообще питательный этот чай получается. Ой, он рядом, ай. Вода как обычно была, естественно была. Соль не хуже. Все естественно должно быть. Сейчас начали пить. Мы ж водкой брызгаем. Во. При этом шептать надо же. Три раза. А вот все. А теперь хангай. Это за ваше здоровье. Это таким образом делают. Отсюда вот так. Вокруг. Угу. По ходу солнца. Теперь соли наложить можно. Начинаем пить. Ох, длинный ресторан. Это за ваше здоровье. Могу выдать. Хангаллаха. Ханяла да ерэнг, ну хранил гола, не хинга сая. Амр мунка.